пытаемся сохранить то, что осталось. Сожгли, первый подожгли третий этаж, потом подожгли эти двери, чтобы туда не бежали. Половина задохнулась от какого-то газа непонятного. Вы, видимо, ездили. Вы не видите, что творится. Крылья не сгорели, а там двери закрыты. Там банк находится, где перекрыто. Те, которые стали задыхаться, пытались прыгнуть через окна, разбились. Они сразу побежали в пятый этаж, на крышу. Те, которые на крыше остались, остались живы. Внимательно под потолок. Он фрагмент висит, может в любой момент упасть.